После регистрации вам на почту придет временный пароль из 6 букв. Затем через ссылку вам нужно зайти в бэк-офис, набрать ваш логин, который вы писали при регистрации. На втором поле набрать тот логин, который временно был на почте. Нажать, что вы не робот. И дальше. Затем вам нужно 4 раза повторить тот пароль, который вы будете использовать в дальнейшем. Нажимаем на Next. Yes, we can. Нажимаем. Теперь принять условия. Ставим галочку. Дальше. Дальше. Принять условия использования. Принять кодекс. Затем выбрать файл и сфотографировать удостоверение с одной стороны и точно так же с другой стороны. Подтверждаем. Затем вам нужно будет ответить на 4 вопроса, и через сутки ваш бэк-офис будет в рабочем режиме.